Добрый день, друзья! Вы на канале «Уютное чаепитие», и с вами я, Ирина Резвая. Я сегодня что хочу делать? Думала, сделаю отбивные из куриной грудки. Стала искать молоточек. Он у меня, конечно, есть такой, знаете, такой вот резина, такая тяжелая, вообще плотная, вернее, резина. Думаю, буду отбивать. И вы знаете, что я нашла? Вот такая вот есть у меня штуковина. У кого-нибудь еще такая есть? Я делала ей отбивные раньше. Как я могла о ней забыть? Я вообще отбивные делаю редко. Там гуляш какой-то или еще. Вроде бы и недолго все это дело, да? Но делала тоже все молоточком. А потом вот купила вот такую штуку. А где-то я увидела в интернете несколько лет назад. Причем потому, что эта штука переехала со мной сюда. Она уже очень у меня давно. Она у меня так потерлась. Я ее вымыла по-хорошему. И сейчас буду делать. Мне сейчас надо сначала нарезать. У меня, друзья мои, вот хлеб поставлен. Я же вам ролик-то сняла с планетарным миксером. Спасибо огромное всем, кто за меня искренне порадовался. Вот серьезно, друзья мои, да, я не буду нахваливать просто так. Ну, реально хорошая вещь. Я ведь прежде, чем ее рекламировать, я пробовала и хлеб замешивала. Потом, что я еще делала? Ой, а что я делала? Я уже кекс пекла, я уже делала тесто на пирожки, и я хочу сделать безе. Безе, цветное безе, давно не было. Пищевого у меня красителя навалом, его можно кушать, и я даже на продажу делала, у меня же ролики там были. Но видите венчик, я еще, знаете, что хочу сказать, что меня порадовало в этом венчике? Я не буду там сейчас, это не реклама, я вам просто покажу сравнение. Ну вот, где он у меня? Вот видите, вот здесь... Оно такое, они плотные, и вот такое вот как сплетение идет. Оно не должно сломаться. Идут вот они как переплетены. Дай бог, чтобы прослужило долго. Я, конечно, такими вещами очень часто пользуюсь. Я мешаю хлеб, у меня хлебопечки нету. Ну, я не знаю, если она и будет когда-нибудь, то тоже ничего. Но я уже привыкла, я вот взобью. Вот на миксере поставлю, у меня подходит. Вы знаете, что я и на том миксере делала. Тот миксер тоже хороший. Я ничего не скажу, да. Но с венчиком проблемы. Это у меня прям выпало из жизни. Вот правда выпало. Венчика нету, уже плохо. Хорошо еще, что вот есть такой, знаете, вот погружной блендер. Тоже мне присылали набор. Там тоже на обзор. Там тоже хороший такой венчик. Но его же надо держать. А тут включил и все. Ну ладно, это уже не реклама, это я просто делюсь радостью и говорю спасибо тем, кто за меня искренне порадовался. Мне сейчас надо что сделать? Я сейчас грудку-то порежу. Я ее сейчас как бы замариную. И мне надо в магазин. Коля у меня вчера работал тоже допоздна. Вот, и работал допоздна. Я сидела, выгружала ролики на Рутуб. Потому что я вам говорила, что... Я все равно стремлюсь, к другим площадкам стремлюсь, друзья мои. Хоть и, там, как говорится, и заработка нету. На Дзене у меня вообще смешно, я уже говорила. Вы не думайте, что я все время про деньги говорю. Но деньги это неотъемлемая часть нашей жизни. Они нужны. Нужны. Я вот сегодня, например, получила пенсию. У меня пенсия 19700 с чем-то. Да, 19700. Ну, я не работаю еще, да, я что-то там, вот у меня канал там худо-бедно, потом у меня. И, ну, все равно, они нужны, деньги. Я вот, например, уже думаю, ага, я пойду плинтуса надо купить, потому что мы их все никак не можем купить. Мне вот надо туда закинуть, мне надо Кирюшке перечислить. Мне надо вот сейчас Кате перечислить, там Кирюшка живет все равно, да, как бы он же взрослый человек. Все равно надо носочки какие-то купить. На все нужны деньги. Поэтому я стремлюсь везде где-нибудь чего-нибудь заработать. Ну, так надо. И дай бог, чтобы у вас это получалось. Что-то я сегодня разговорилась совсем. День сегодня солнечный. Я сейчас замариную эту курицу наконец-то. И я пойду погуляю. Так, сейчас, друзья мои, телефон принесу. Так, друзья мои, сейчас я ее вот разрежу. Ой, она у меня что-то подморожена, что ли. Это я вчера ее... Немножко разморозила. Думала, сделаю. Вчера еще собиралась сделать. Так, мне ее надо вот так вот разделить. Она у меня уже помыта. И положена была в холодильник. Я вчера собиралась сделать, но не сделала.
Вчера я сварила рисовой каши из пропаренного риса, добавила тушенки, такого немножко обжаренного лука. И такой у нас был ужин. Сделала перед самым приходом Колиным с работы. Сегодня у меня Коля забыл дома телефон. Ушел, я смотрю, телефон-то лежит. А в обед звонит мне, вижу, что, ну, знаю, что это он звонит с телефона своего коллеги. Я трубку беру, говорю: мой полоротый муж забыл дома телефон. Здравствуйте. Он говорит: да что вы говорите? Посмеялись с ним. Так вот, сегодня работает, как обычно, он у меня до 5. Потом пока приедет, и нам надо съездить, друзья мои, в Леруа. Потому что на выходных не хочется занимать себя этими делами магазинными. Тем более завтра он у меня уезжает по работе. Ну, работать, я говорила, да, уезжает на халтуру. Вот, я завтра пойду сидеть с Тимулькой, надо было сегодня, но Катя там переиграла немножко. Вот, тоже сходит она на маникюр. Так, тоже надо. Я вот сходила вчера, так рада, что сделала. А то уже прямо страшно было смотреть на свои руки. Ну что, сейчас я вот буду делать как? Я буду делать и сюда укладывать. Так, так, зря я убрала тарелочку-то. Зря убрала. Я уж и забыла, как ею пользоваться-то. Так, ну тут маленький кусочек. Я что хочу сделать-то? Я сейчас замариную, а потом сделаю в кляре. Яйцо разделю, но это я потом вам покажу, друзья мои, как я делать буду, как я буду жарить. Так, это вот надо мне убрать. Это я не люблю вот это все дело. Это надо мне убрать. Вот такие вот кусочки, тоненькие. Я вообще филе куриное как-то не очень, все голень обычно. Крылышки в основном там запекать, да? А как-то филе не очень. Надо готовить. А Катя любит филе индейки готовить. У нее получается. Так, ну что? Здесь у меня вот намешано и соль, и чеснок, и хмели-сунели. И чего, короче, только нету. Вот так вот я немного делаю. И делать я буду это с одной стороны. Сейчас объясню, почему. Вот так вот немножко я сделаю. Сначала солю. Так, теперь беру и вот так вот, вот. Сейчас возьму я телефон и поближе вам покажу, что здесь происходит, когда так делаешь. Руки надо ополоснуть. Руки ополосну. Так, сейчас покажу. Когда вот так вот делаешь, видите, вот эти дырочки и вот эти спицы, они сразу вот все туда. У кого есть такая штука, вот напишите, ну прямо до дощечек. Конечно же, все это надо делать, ну не на новой дощечке, иначе вы ее издырявите все. Очень даже вот так прекрасно, вот так вот делаю. Также можно делать любое мясо. Вы знаете, так можно вообще делать все, даже голень там какую-то. Только аккуратно. Вот такие вон, видите, какие они острющие. Во. Прямо до самой этой. Так вот поделаю. Теперь вот так вот я буду укладывать в кастрюльку. Так, что я сделаю-то? Я, наверное, ага, вот так вот низом сделаю. Вот так вот. Они все пропитаются. Пропитаются. Вот так. Так, вот друг на дружку буду укладывать. Почему я не делаю я вот этот слой? Потому что оно будет пропитываться. И сейчас время уже 14:05, где-то 07. Вот, я пойду в магазин. Мне надо купить овощей. Овощей куплю. И к Колиному приходу мне надо будет их пожарить. Вот такие они тоненькие. Друзья мои, все, я не соберусь с Колей сделать романтический ужин. У нас же дата была с ним такая, хоть и незначительная. Ну, а я все. Так, вот я думаю, вот эту разрезать, наверное, да? Не знаю, может, и соберусь.
Так, вот положила. Вот опять я сейчас так посыпаю. Руки я ополаскиваю, потому что не могу я этими руками, которыми курицу раскладывала, все липнет. Вот так сделаю побольше. Побольше. Потом можно будет подсолить еще. Ну, вот так вот. Вот таким вот образом. Они становятся мягкие. Наверняка у вас тоже такие штучки есть у кого-то. Напишите. Где я брала, я не помню. Может, Магнит Косметик брала. Они вообще были тогда или нет? Да, конечно, были вообще-то. Как время летит, моментом время летит. Летом уже будет 7 лет, как мы здесь живем. Господи, еще 8 лет ипотеку платить. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Ну вот. Конечно, я буду такой меркантильной, потому что, а как? Ипотеку платить, за все заплатить. Хорошо, что у меня еще Колька работает. Спасибо ему, хоть по халтурке иногда съездит, да так на работу ходит. Да кто же уже, знаете, сила-то тоже. Он хоть и не прибедняется, ничего не говорит, но... Ой, а зачем я так делаю? Мне надо вот так сделать, во. Вот, а тоже ведь вижу, что устает. Молодые-то устают, а тут все равно в возрасте человек 51 год. Вроде бы кажется, да, и... вроде бы кажется молодой, 50 лет. Но мужчины сейчас в городе, вернее, те мужчины, которые живут в городе, они разбалованы. Им не надо носить дров, им не надо носить воды. В деревнях-то стараются люди сейчас усовершенствовать свой быт, но все равно. Так, поэтому мужчины сейчас разбалованы. И, друзья мои, думаю, сейчас все это закрою и пойду. Я куда собралась? У меня ж тесто. Вот у меня, кстати, кексик. Надо хоть половинку ребятам отнести. Куда нам тут много? Вот кексик. Хлеб. Я сейчас формы разделаю. В формах еще раз он поднимется, хлеб у меня. Все, тряпочки у меня чистенькие. Я снова прикупила вот этих вот тряпочек. Очень хорошие. Стирай, не перестирай. Ничего с ними не делается. Вот. Так, сейчас это я уберу. Все, у меня тут уже тесто тряхануло, оно опало. Я сейчас его формы сделаю. А это я закрою и уберу в холодильник пока. Да, и уберу в холодильник. Хоть что-то тоже еще самой перекусить. Ничего еще не ела. Нет, кусочек съела. Кекса маленький. Попробовать-то надо было. Так, ну что, сейчас я тесто поставлю. Поставлю я тесто в формы. Не показываю, друзья мои, да не видно, наверное. 100 раз уже показывала. День хороший, солнышко такое. Вчера вот пасмурно было, тепло, но пасмурно. А сегодня прямо солнышко. Где мне сейчас не уйти? Это оно все равно еще пока оно в формах у меня подойдет. Да, пока в формах подойдет, пока я его час, я его около часа пеку. Надо, наверное, ну, к Колиному приезду, наверное, позвонить мне, говорит, от товарища, с телефона товарища, говорит, позвоню. Может, что, надумаешь в магазин? Надумаю, я хочу огурцов, помидоров взять свеженьких, хоть салатик сделать, зелени какой-нибудь. Так. Вот хлебушек, ой, что-то у меня как-то прилипает сегодня. Ну, ладно. Так, вот, на два делаю. Сейчас все это намою. Мне надо как-то еще масло чуть-чуть. Ой, как я не люблю все это трогать вот такими грязными руками. Прям сил нет, как не люблю. Потом все обтираю. Я, друзья мои, даже приношу эти вот бутылки, которые, ну, вот бутылочки с маслом, там какие-то упаковки с магазина, я стараюсь обтирать. Потому что я один раз видела такую картину в магазине. И потом эту картинку мне торговый представитель, я еще работала в магазине, показывала, как у нас
по магазинам. Животные бегают, это же ужас. Да и люди трогают. Я стала очень-очень такая... Не то, чтобы даже стала. Ну вот, все обтираю. Я понимаю, что там лишние микробы ты не смоешь, да? Но все равно влажной тряпкой обтереть. Так, ну ладно. Что я тут разболталась-то? Сейчас поставлю. У меня еще все это дело постоит. Это все постоит. Сейчас подойдет. Минут через, наверное, 6-7. Ну даже, ну 10. Включу я духовку, она нагреется. И к этому времени хлеб должен подойти. Так, а я сейчас что буду делать-то? Я сейчас почищу картошки. Отключусь, почищу картошки. Потому что Коля любит картошку. А я бы просто, наверное, грудку поела с салатом. Тоже надо картошку. Надо, наверное, завтра он еще поедет, да к собой покушать чего-то ему положить. Ну, скажет мне. Положить, не положить, скажет. Масло вот сюда пока поставлю. Хотела семечек пожарить. Мне надо пожарить семечки. Вот сковородку достала и специально не убираю. Чищенные семечки жарю. Чуть-чуть масла, соли. Тимуле нравится. Пойду с ним сидеть. Ему очень даже нравится. Вкусные они такие получаются. Так, ну чего? Так, все, друзья мои, я поставила вариться пюре. И сейчас я буду делать, наверное, в кляре яйцо, мука, яйцо. Здесь у меня два яйца перемешано. У меня там булькает вода, потому что машинка моет, посудомоечная. Я бы намыла руками, но у меня закончилось жидкое средство. Так, это сюда. Ну что, зажигаем сковородку нашу. Масло. Так, картофель поставлен. Скоро хлеб вынимать. Наверное, пойду сегодня вечером одна гулять. Потому что не ушла. Хлеб печется, как уйдешь. Не уйдешь никуда. Мне сейчас надо приготовить... Чтобы вынуть хлеб-то. Так. Курочку поставлю вот сюда за штатив. Чайник пока уберу. И картошка у меня скоро закипит. Ну, время еще рано, еще 5 нету. Так что Коля у меня приедет день 5:30. Еще заедет в магазин, сейчас позвонит мне. Да, буду делать так. Яйцо, мука и яйцо. Или наоборот. Мука, яйцо, мука. Во! Все уже, совсем все из головы-то вылетело. Так, ну что, друзья мои, все нагрелось. Начнем. Так. Так, теперь яйцо. И снова мука. Так. Яйцо. И мука. Хотела немножко по-другому сделать. Хотела еще отдельно в белке. Но не получилось у меня немного так, как я хотела. Забыла. Немножко по-другому хотела. Ладно, так тоже будет вкусно. Так, муки, наверное, у меня уже маловато. Специально мало положила. А то потом я куда эту грязную муку, если много. Мука. Делаю по-простому, без всякого выпендрежа. Что есть? Сейчас руки ополосну. Так. Смотрим. Еще рановато. Чуть-чуть поподжарить не хочу сделать. Вот она еще не... И огонь не хочу прибавлять, потому что будет брызгаться. Нормально, пусть жарится.
Можно, конечно, еще крышечкой призакрыть. Это когда уже буду пережаривать с другой стороны. Так. Вот теперь можно перевернуть. То есть жаришка, потом в сковородочку в отдельную. Так, друзья мои, сейчас я убираю вот это все, не надо хлеб вынимать. Угу, все. Ну, довольно хорошо поджаристая, не горевшая. Сильно не буду. Так, скорее закрываю. Нет, не той закрываю, вот этой. Это я хотела вот этой крышкой эту сковородку закрывать, но не буду. Так, и теперь следующее. Так, нам этого будет достаточно, я думаю. Так, чуть-чуть масла подолью, чуточку, пусть жарится хлебушек, друзья мои, горячий. Так, переворачиваем. Переворачиваем. Все. Масло нам больше не пригодится. Поставлю сюда. И мне нужно взять чистую тряпочку. Где-то она у меня была. Вот. Я уже здесь обтерла. Но я так не люблю. Конечно. Когда я вот здесь. Вот. Я, конечно, потом все мою. Но пока я готовлю, я тоже все это вот так вот. Друзья, все это вот так протираю. И это не показуха. Я так привыкла. Привыкла я так. Да и не я одна такая. Позвоним Коле. Я говорю, купи сметаны. Два огурчика, два помидорчика и зелени. Потому что будет вот в самый раз. Пюре. Курочка. Сейчас уже это все доготовится. Надо бы мне посмотреть. Но вот они сейчас помягче здесь станут. Они же полежат немножечко под крышкой. Станут помягче. Так, а где у меня такая подложка? Это моя любимая. То есть все на тарелке, на тарелке. У меня вот такая подложечка. О, вот такая. Сейчас все будет готово. Ну, слава богу. Я сейчас приготовлю. Мы покушаем. Машинку потом загружу. И мне надо будет сходить все равно в магазин. Мне надо фейри будет купить. Я прогуляюсь немножко перед сном. Сегодня хочу лечь пораньше. Так, наверное, все. Я думаю, что все. Выключаю. Убираю под крышку. Надо попробовать, приготовилась или нет. Но наверняка приготовилась. Не должно же оно не приготовиться, а? Как вы думаете, друзья? Сейчас постоит под крышкой. Она же тоненькая совсем. Да что не ту крышку-то я все делаю. Так, пюре пусть варится у меня на той. Сковородку эту пока не убираю. На воду, потому что она горячая, зашипит. Так, друзья, попробовала кусочек. Мягкий. Но я знаете, что сделаю? Вот у меня вот такая крышка. Я ее обычно использую. Для духовки. Она, видите, вон какая. Так, и я убираю пока в духовку. У меня духовка горячая после хлеба. Я духовку не включала. Она у меня выключена. Ну, в смысле, уже выключена после выпечки хлеба. Поэтому пусть пока постоит там. Здравствуйте. Сегодня я снимаю. Я снимаю. Я хочу, друзья мои, разрезать, посмотреть, что получилось. Режется вообще идеально. Ну, там сфокусировалась. Сейчас я попробую. Ну, я попробовала. Я же говорила вам, что я попробовала. Очень вкусно. Нежно. Вкусно? Очень нежно. Угу. Тут мы салатик. Сейчас... Да, салатик. Салатик. Пюре. Где нам не поменьше? Картошки-то.
сюда сядешь. Мы сейчас будем смотреть лесника. Осталось, наверное, час. С небольшим его смотреть. Здесь коньячок. Это она мою пайку забрала. Так-то это ее. Это она на камеру так мало ест, да? Да, да, да. Малоежка все, малоежка. Ты еще скажи, что я сейчас все выпью? Ест, ест, еще и мало. Да. Ты еще скажи, что я сейчас все еще выпью? Да? Нет. Нет? Выпью я. А, ты выпьешь, да? Да. Коньячок, друзья мои. В общем, у нас такой ужин. Немножечко тоже с мужем тут пригублю. Чтобы ему меньше досталось. Да? Можешь все выпить. Мне а то что ты. Ладно, кроме шуток, сейчас, друзья, мы поужинаем. И я, наверное, пойду пройдусь. Ты чем, Николя, будешь заниматься? Я найду чем. Найдешь чем, да? Да. Ну все, приятного нам аппетита. Да, приятного. Всем приятного тоже.